все больше прихожу к мысли, что реальность полностью зависит от сознания. Фатальность, реальность можно управлять, это в нашей власти. Но как достичь этого на практике без фальши? Как достичь? Достичь можно, но желать чуда нельзя. Путь к бессмертию пока неизвестен, друзья. Когда мы умрем, то наше «я», как облачко, растворится. Что ты есть, что тебя нет, все едино. Это точно случится. Что ты есть, что тебя нет, все едино. Бессмертие нужно достигать при жизни. Мы лишь частичка разума до своей смерти. Если себя при жизни твердо осознаешь, то, сливаясь с общим разумом, познаешь. Счетом не знаешь.